Приветствуем вас, дорогая возлюбленная церковь. Очень рады видеть снова ваши лица, а хотя уже прошло несколько лет. Я сам себе не верю, что у меня уже такие взрослые дети. Я хотел бы спросить, есть в зале люди, которые чувствуют себя стариком или старицей? Есть такие люди в зале? Поднимите, здесь нет таких? Вот здесь. Нет, да? А песню, которую мы хотим спеть сейчас, может, не для всех, но вот как раз для тех, чья жизнь, как им кажется, подходит к концу. Очень часто бывает разная старость. Очень часто бывает полезная или бесполезная старость. Я хотел бы ободрить вас, людей пожилого возраста, так сказать, которые, может быть, одной или полтора ногами уже стоите в могиле. Я хотел бы сегодня ободрить вас и сказать, что до тех пор, пока бьется ваше сердце, в вашей душе должно быть желание каждый день славить того, кто достоин этой славы. Иногда приходишь к старику или к старице, или к старикам, и смотришь на их жизнь, на их отношения, и хочется жить. А иногда приходишь к старикам и смотришь на то, как они становятся, как маленькие дети, капризные, ворчливые. 10 корригиверы уже поменяли, никто им не может угодить. На бесплатке орут, и ссорятся, все им мало. То 8-ю забрали, то 1 фустемп забрали, то звони туда, то туда. Смотришь, как они живут, и думаешь, Боже, тебе надо уже умирать. Знаете почему? Потому что ты не несешь никакого позитива своей жизнью. Ты не служишь примером для нас, молодых. Я хотел бы, отцы, дедушки, бабушки, чтобы вот эти молодые люди, которые сегодня здесь есть, ваши дети, ваши внуки, чтобы они, общаясь с вами, получали вот эту позитивную Божью энергию от вас. До тех пор, пока вы дышите, стойте в вере. До тех пор, пока вы дышите, будьте примером для нас, детей. До тех пор, пока вы с нами, дайте нам пользоваться от ваших благословений, которые вы имели на протяжении вашей жизни. В одном прекрасном стихотворении автор выразил эти слова. Если старость совсем не в радость, если силы идут на спад, постарайтесь хотя бы малость к небесам обращать свой взгляд. Обращать от своих болезней, от тревожных и грустных дум, от тоски и сердечной муки у Христа есть целебная мазь. И для людей пожилых болезней Словом Божьим питать свой ум. Помолитесь Ему сердечно. Расскажите всю жизнь свою. Только вдумайтесь. Скоро, вечно, вы с Ним будете жить в раю. Там не будет болезней, старости, валерьянку, костыль и протез. Бог заменит на счастье радости, вечной молодости небес. Продержитесь еще немножко. Неужели вы всю жизнь терпели, чтобы враг на пути подножку вам поставил у самой цели? Потому изгоните сомнения и обиды из сердца прочь, а молитва и песнопение вам и в недугах смогут помочь. Поднимите же выше голову и бодрее уставший шаг. Пусть вы стары, но сердцем молоды. Дай вам Бог, чтобы было так. Пусть эта песня будет ободрением для вас и для вас всех молодых, кто думает, что он еще долго-долго будет жить. Доколе сердце бьется, буду славить. Thank you.
самой смерти. Тебя, Господь, Создатель, жизнь моя. Ты основал меня для славы вечной, и каждый миг тобою я храни. Слышать я голос твой среди тысячи голосов, и знаю, сколько сердце будет биться. Любить тебя я буду, мой Господь. О нас сказал. Он сказал про нас, что мы украинцы. Он сказал про нас, что мы Западной Украины. И только нам осталась еще третью деталь в его речи. Нам нужно проверить еще свои еврейские корни. Вот. Он сказал, с Украины Западной евреи. Может быть, это и мы. Но действительно, как быть с Украиной и не спеть по-украински, да, Саш?
Вот, ну, конечно. Поэтому мы хотим, друзья, прославить Господа этим пением. Очень так близко мне вот эти люди, которые сидят справа. Как-то моя жизнь тоже сопряжена с этим служением. И сколько помню, наверное, вот с такого возраста, как мой сын, ему сейчас 12. Он только один год занимается на кларнете, первый год. И для него это, я бы так сказал, большая сцена. И такое, знаете, серьезное испытание в жизни. Поэтому молитесь и благословляйте ваших детей, чтобы они учились. Учились, пока есть возможность. У нас этой возможности не было, дети. Нас не принимали в музыкальную школу, потому что мы не из той семьи были. Мы не из тех были. И сдавали все экзамены на 5. А как только знали, что твоя фамилия вот такая, стоп. По Божьей милости Господь дал возможность жить, трудиться, и поэтому в этой песне мы хотели бы о Христе рассказать. Может быть, не до конца все будет понятно, но я думаю, что любящие Господа, они сердцем слушают, правда? Для них тогда все понятно. Язык любви универсальный. Рассказать я всем обожаю про Иисуса. Иисус мене никто не любить, друга краще.
Друзья, у нас так особо вроде как еврейского ничего нет для вас, но я думаю, что-то из народного, того, что все знают абсолютно. Авейну шалом нагила. Я думаю, эти все знают, и украинцы, и русские, и даже сами евреи знают это. Мы попробуем вам исполнить несколько куплетов в этой мелодии, для того, чтобы как-то уже быть с вами вместе в одном аккорде, этом израильском. Mm-hmm.